Мой прадед Закиров Фатих Закирович родился в 1924 году. Ушел на войну против фашистской Германии в 1943 году. Воевал в составе 2-го Украинского фронта с командующим маршалом Малиновским в качестве минометчика и радиста-пулеметчика в танке. Начинал с Киева, освобождал Венгрию, Польшу, Австрию, Чехию. Окончил войну 12 мая в Праге, столице Чехии, в 1945 году. Был награжден множеством медалей за проявленный героизм и орденом Отечественной войны. После войны с немцами их отправили на Дальний Восток для разгрома находящейся там японской армии. С японцами они расправились в 1945 году в сентябре. Вернулся домой он только в 1949 году. Долго не отпускали их домой, так как заменить их было некем. Вернувшись домой, он начал работать на тракторе С-80 «Сталинец». Пахал землю, растил хлеб, работал в колхозе. Вместе с прабабушкой Наузимой Нигматьяновой они вырастили и воспитали 5 сыновей.